Привет всем-всем-всем! Сегодня будем готовить очень быстрый и неимоверно вкусный рулет из лаваша с яблоком, изюмом и корицей. Первым делом изюм зальем кипятком, чтобы он немного набух. Достаточно одной грозди. А пока займемся яблоками. Я их почищу и потру на терке. В потертые яблоки отправляем изюм, конечно же, корицу и все перемешаем. Если яблоки у вас не очень сладкие, можно добавить любой подсластитель по вкусу. Теперь возьмем лаваш и разложим на 2/3 нашу начинку, а оставшуюся часть слегка смажем маслом. Осталось только аккуратно свернуть все в рулет. Сверху рулет также слегка смажу маслом и отправлю в разогретую на 180 градусов духовку на 10-15 минут. Очень необычно и оригинально, совсем не похоже на штрудель. Сверху лаваш очень хрустящий, а внутри начинка очень нежная и мягкая. Попробуйте, это безумно вкусно!